Ад, Легенда, Режим Выживания, да, это тот с клуба творчества. Почему? Почему суперлегендарная сложность? Потому что прозрачный ход, ребят! Вы не видите, где ваши враги, вы не видите вообще, сколько у тебя здоровья осталось, сколько силы, сколько маны! О, и по-моему, мне там уже новый уровень, по-моему, точно не помню. Фолс, привет! Мистер Ананас, привет, привет, Ананас. Артем Кузьмин, куда переезжаешь? Я переезжаю в родной город Изюм. Да, мы там опять будем снимать квартиру, но теперь трехкомнатную, ну, малогабаритную, но тем не менее. Офигенно, друзья! Ну, соответственно, подбирать себе жилье и... Короче. Ух, давайте вспомним, что у нас тут за задание. Старые друзья! Да, это задание постепенно. По квестам не лота. Я еще хочу вам напомнить, что я сейчас хочу допроходить, ну, конечно же, не все, не полностью, потому что Карстага, наверное, мы не пройдем. Но хотя бы получить все плюшечки, все черные книги, все вкусные бонусы и отправимся куда? Мы отправимся в невероятное новое маленькое дополнение, которое я показывал, друзья. И я, конечно, побаюсь туда идти. Мне нужно опять, наверное, прокачать хотя бы свой молот до соточки, потому что мы сбросили в прошлом стриме. PlayOn, привет. Овсянка, сэр. Классные дела, дела вообще обалденно. За кого играешь? Конечно, у меня Редгард. Редгард! Ага, боже, аж помутнело у него там что-то. Голод, усталость, все в принципе как всегда. Так, ну по-моему еды я наделал-то. Зачем сразу сырую картошку-то? Или я все съел? Парочка стейков, только усталость. Это ж по-моему первая стадия, да? Потому что я никак не могу, да, это первая стадия, нормально выспаться. Но если ты спишь на улице или в палатке, или в простом мешке, то высыпайся не полностью. Просыпаешься, что, видимо, чувствуешь, что кто-то тебя будил, холодно, сквозняки и всякое такое. Ну и в результате, конечно же, нет, руду пока брать не буду. Это все пока брать не буду. Так, погодите, что-то у меня уровень громкости какой-то тиховатый. А, это ж, наверное, за счет того, что я забыл его поставить громче. А, нет, все нормально, все окей, все гуд. Саня, Бури, Ванюша гуляет, но скоро придут. Так, погодите, это куда мне, по-моему, нужно, да, это нужно в крепость Вершинная Башня, там как раз-то, по-моему, изначально этот проход завален, теперь он расчистился. Ну, супер. На всякий случай, если какой-то случайный враг попадется нам. Твой дядя Гриша, привет. У нас 2 градуса мороза, это вообще, я не знаю, я такую зиму вообще не помню. Ребят, глобальное потепление грядет, как говорится, это неизбежно. Ну, потому что, ну, блин, каждая зима как-то тебя удивляет, и все теплее становится. Вот раньше я помню, вот эта вот зима, когда в школу ходил, там, 35 градусов, что даже в школу не пошли, а я сказал, нет, я думаю, не буду сидеть, одел коньки и погнал кататься на коньках в 35 морозов. Боже мой, до сих пор помню это, что пришел домой весь... Замороженный. Ой-ой-ой, это 2 горелых спригана? Да, погодите-ка, я помню, с одним долго дрался. А с двумя так тем более. Боже мой, да тут целая губкомпания всех, ребят. Привет, приветики. Прилетели такие. Вау! Так, честно говоря, слишком шутить с ними нельзя. Офигеть. Да, туда еще нужно добежать. Там сприганы, там эти... О, черт! Так, давайте дальше смотреть. Крики. У меня, по-моему, сейчас есть талант, но я хочу его сохранить как раз-то для нашего босса девочки. И сейчас использовать его не хочу. Вообще не хочу. Крики, и все нормальненько.
Давай, 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 давай. Конечно, посох Хасидохи это круто, но непонятно. То ли ты убил ее, то ли не убил. Хорош. Прости, по-моему, я задел своего компаньона. Ну давай! Ой-о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 й
невозмутимость моего питомца, который сел и просто наблюдает. Думает, вот вы смертные. Ну и что? А непонятно. А нет, живая. Живая, черт. Ладно, давайте, наверное, в дело мощного. Погодите-ка. Вот он у нас. Помощника. Поехали, поехали, поехали. Все так улетают, прикольно. Девочки, простите. Блин, я не пойму, кого бить. Кого, черт, бить? На ком фокус ставить-то? О, отлично. Вот это вот мне нравится, когда они начали друг против друга драться. Вот это вот очень-очень-очень хорошо. Рамис, Ибраю, привет. А что это за дела? Я не понял, что это он развернулся такой. И на меня. Ой-ой-ой, погодите, это ж она сейчас... Это она сейчас взрывается! Вот теперь больно. Я думаю, когда мне станет больно, вот теперь больно. О. Чё-то он вверх смотрел, я так и не понял. Хорош! И что? Сколько вас осталось-то? Но! Ну-ка, 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 ну давай! О, черт! И погнала. Нормальненько. Черт, ты сколько раз будешь взрываться? Все, не-не-не-не, все. Корешки по пути заберем. У них просто драгоценные камушки. По-моему, последний остался. По-моему, ребят, остался последний. Еще уровень прокачался. Раз. А, не-не-не-не-не. До нового уровня нам еще далеко. Пойдемте, черт, я пока дойду до этой крепости. Полстрима пройдет. Кортиви, привет. Эйван, Гризл. Да, 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 да. Привет. Привет, ребят. Александр Гордиев, спасибо. Спасибо большое. Денис, конечно, с Украины. А, ну просто с Украины. Харьков? Я с Харькова. Харьковская область. Так, как бы мне проще туда добраться? Наверное, пойдемте с этой стороны. Дэн, спасибо. Шумихин, Владислав, привет. Приветик. Это, по-моему, безумец, который рассказывает и покажет нам за черную книгу. Но ты мне сейчас не интересен вообще. Сейчас мне предстоит пройти очень интересную локацию. И сложную. Блин.
Как давно я не проходил? Вот это вот время, сколько прошло, сколько не играю, знаете, пока ты попроходишь другие квесты, пока ты что-то покажешь, уже интересно, потому что ты уже забыл, что там было, как там было. Это жесть. Привет. Да, тут, по-моему, парочка горелых. Горелых. Порождение пепла. Когда переиграл немножечко фолоч. Ой-ой-ой, тут второй еще, дяденька. Я-то думал, ты на меня не обратишь внимания, ну ладно. Собачка, прости. По попе вам, по попе по вашей каменной. Офигеть. Они с рук дамажат. Ой-ой-ой-ой-ой, там еще опять это дива. Да сколько вас тут? Так, вызываем. Вызываем подкрепление более мощное. Как говорится, лед против огня. Что может быть лучше? Черт, не работает. Ну! Е-е-е-е-е-е-е! Нет, это брать не буду. Я ее немножечко боюсь, потому что она вот это вот взрывается два раза. И меня больно-больно дамажит. Блин. Там опять порождение пепла. Я офигею. Давайте быстренько с этой девочкой разберемся и... И свалим. Блин, от первого лица, конечно, с этой скоростью это странно. Офигеть. Все, я устал. Я понял. Медленно, медленно, медленно. Это еще при том, что это быстрый молот. А представьте, если бы я сейчас каким-то простым двуручным оружием это щищи. Оу! Нифига себе! Ой-ой-ой, как-то урон прошел. Два раза! Два раза, черт! Он же всегда один раз, по-моему, взрывается, когда... Не-н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 е, все, отстаньте. Отстаньте, уходим. Уходим. Му, привет, первый раз на стриме. Или Май, приветик. Денчик, привет! Привет! 31 уровень уже скоро будет. Ну, сейчас уровни быстро качаются, потому что сбросил. Сбросил же. Вот так вот. Двуручечку. Но у меня трячка есть. И можно еще куда-то вкинуть. Изменения 58, 59, 60 мне, по-моему, нужно. Также мне нужно, по-моему, еще колдовство. Но колдовство 49. Да, один уровень. Нужно больше призывать. О, больше мне тут еще целый уровень призывать. О, черт. Ладно. Вау, Антон, спасибо за 200 рублей. Очень приятно. Эй, парень, я знаю, кто ты, слава Ситису. Красавчик, спасибо тебе. Но здесь еще нет. Это уже другая история. Шумихин. Какой из карьер лучше, от механика или обычный? Шумихин, ты вообще о чем? Диас, что-то постоянно в солстейме, да. Да потому что тут лучшие бонусы. Их нужно сначала взять, а потом уже отправляться... Выполнять другие дополняшки и плюшечки. Ты что? Как не попроходить сначала остров, а потом уже... Ну, это чисто моя логика. Многие, конечно, логика, знаете, пройти сначала Skyrim, пройти DLC про вампиров и в конце пройти Soulstime. Окей, ты прошел, ты получил бонусы, и что? И что дальше? Как говорится, от этих бонусов, знаешь, уже как мне немного так пользы. Не-не-не, я люблю играть так, как мне хочется. И... Так, ну что ж,
Ой-ой-ой, тут у нас уже 40-й! Нет, там 60-й, и выше я еще не прокачаю, потому что тут нужно 50. Ну, сейчас качается все быстренько. Давайте сохранимся. Ребята, как-то не все тут. Черт, вы прикиньте? Он там дерется. Не-не-не, без него не пойду. Зарга, я никуда не пойду. Не-не-не-не-не, даже не упрашивайте. Я просто там получу по 10 число. Только не говори мне. Прикиньте, он, по-моему, застрял. Потому что на нем не работают эти диалоги. Говорят, что тебе удалось найти в Саардале. О! Нечто. Все, пойдем. Как ты думаешь, это нечто помогло бы мне стать могучим магом? По-моему, помогло, все хорошо. Я, кстати, ему хочу отдать все-таки робу Мирака. Нужно будет, как с Каримом будем, обязательно напомните мне. Привет, бедняга, которого зарыли. Или привалило. Прикольно, я даже не могу бонус дать ему с посохом Хасидохи. Он блокирует, если спереди, вы поняли? Офигеть. Ладно. Немножечко скрытности. И пойдемте дальше. Картошечка, привет. Ты обычно, знаете, в обыкновенных прохождениях на картошку не обращаешь внимания. А тут нет, нет, нет. Денис, спасибо тебе за 50 рублей. Оу! Слава Ситису. Я смотрю, поклонники Ситиса собрались. Спасибо тебе большое. Вилдгейм, привет. Рамис, сынок, хорошо. Хорошо, гуляю, скоро придет. Шумихин, все круто. Владимир Ершов. Все будет. Спасибо большое. Скоро еще очень интересно. Кстати, обратите внимание на вот этот вот сундучок. Который изначально ты так... Вау! Вау-вау-вау! Колено того самого стражника! Ого! Спасибо! Привет, Вань. Удачного стрима и побольше классных видосов. Здоровья, Ванюша. Береги колени. Спасибо, да-да-да. Колени — это одно из самых главных. Вот, например, Глеб забил себе на танцах колено, и у него проблемы с мениском. Все. Делал операцию уже себе, и все, как говорится, с танцами уже не потанцуешь. Но, тем не менее, все равно достаточно много танцевал. Вот, какая секреточка, и я как-то раньше никогда, то есть мы так сверху раз, и тут монеточки, камень душ. Какая вкусняшка, да? Мелочь, но черт приятно. Так, ты здесь, друг? Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут что-то у нас. Ага, ну тут можно, конечно же, почитать за историю всех этих стычек. Кстати, классная тема именно создать видео с лором данной локации. Ну и плюс уникальные вещички, которые тут получишь. Практически уникальные. Антон, привет. Денис, правы вообще. Дела. Я не знаю, я не могу передать. У меня... настроение такое, что я осталась тут неделька, я на подрыве, сейчас стампую видосики, столько идей вы мне присылаете, вы подталкиваете меня на другие идеи, и я такой, боже мой, из этого ж можно, вау! Оказывается, я просто там в настройках немножечко другой ползунок, ну как всегда, что-то намутил. Сейчас он должен быть громко, по-моему, я слишком громко, и игра должна быть погромче. Наверное. Не слишком я громко, ребят? Или давайте сделаю чуть тише. Да, на этого песика лучше лишний раз не смотреть. Он действительно самый ужасный. Заберет все премии, если будет какая-то номинация по самым ужасным песикам. Хаос, привет. Братишка. Мистер Панк, привет.
Я сейчас прохожу квест очень интересный. Это старые друзья. Убить Ильдари. Костя, спасибо. Дмитрий, спасибо тебе за 50 рублей. Вот уже громче. Удачного стрима. Спасибо. Вальтер Уайт. Похоже, не дрожит Ситисом. Когда-то давно-давно Баспан, я думаю, в будущем, конечно же, я заполню эти пробелы с Реквием. Но сейчас есть другие, более интересные проекты, но я за них расскажу чуть позже. Это даже не то, что вы думаете, ребят. Не-не-не-не-не. Максим, привет. Сережа, привет. Все, я его выключил. Да, на песика лучше не смотреть. Но у него очень крутой бонус, он дает. Хотя иногда его лучше оставлять, потому что сейчас от него пользы практически никакой. То есть он дает дополнительный урон. Мы наносим драургам, ну и всей нечисти и вампирам на 25% больше. Вот так вот. Соль, пуш. Картошечка, соль. Слиточки. Еще соль. Какая прелесть. Ой-ой-ой-ой-ой, вкусняшечка. Рыбная бочечка. Как-то давно никого не было. Привет, дружочек. Ой, милахи-пауки. Я помню этих милах, которые мне убивали просто с одной тычечки. Так что извините. Давайте сейчас смертника пошлем. Отстань. О, их там дофига! Вы видали вообще, как они зомбяка быстро ушатали? Он просто даже почесать свой зад не успел. Простите, я отойду. Не, не очень сильно, я не знаю, у них какой-то урон этот сплэшевский огнем. Я, ну вот сейчас, вот смотрите. Ну вы так, я не знаю как. Там у них какой-то бешеный урон. Ты как урон, как только ты подходишь, ты просто сгораешь мгновенно на легендарной сложности. Это раньше, когда ты играл на адепте, то практически не чувствовал проблем. Ой-ой-ой. А, я понял, кто мне... Я понял, кто мне помог. Виталий Василенко, привет. Собачка моя какая-то грустная пошла. Такое! Как они вообще так жжа? Ай-яй-яй! Это только первый был! Это был, черт, первый! Так, нужно просто отойти. Нужно просто отойти. Сколько? Я уже 4 раза умер, да? Нормальное начало. Офигенное начало. Так, ребят, идите вперед, окей? Okay? Потому что что-то они меня проваливают очень быстро. Что оно будет дальше, я не представляю. Данила, привет. Слава Урели. Меня даже когти стали острее. Так, ну что ж, никто не бьет тебя, я понял. Ладно. Давай я попробую чуть-чуть еще побить. Да что это делается? Давайте я отдохну на дровишках вот так вот, да? Классно, лёг. Я не представляю, как дальше будет, ребят. Я тут застрял просто на двух первых паучках. Окей. Давайте вызовем великана, который... Не боится огонь. Не, ну как, боится, но тем не менее они тоже его очень сильно боятся. Сколько здоровья мне осталось? Что это? Давайте-ка я все вкусняшки возьму. Также дневничок. Не, это все, иди. Вон там еще один дружочек.
Я просто тут подожду. Черт, вот именно таких вот паучков и нужно создавать. Представьте, плэшевый урон по области. Офигенно. Нужно будет перед тем, как... подождите, я же тут все залутал, просто убежал. Перед тем, как отправиться в Скайрим, нужно будет обязательно, наверное, пройти и поделать себе как можно больше таких свитков. Как можно больше. Алекс сделал супер. Будущее Земли. Херсин лучший. Ну, ты знаешь, у каждого, как говорится, у каждого свой кумирси среди Даэдра. Это нормальненько. Черт, это даже тени повылазили еще. Нифига. Что это, черт, было? Что это такое? Что меня ударило? Камень душ. Я помню эти веселые штучки, которые... И чем я его буду дамажить, скажете вы мне? Я не знаю. Я, блин, луки все отдал. О, черт. Скай, привет. Ярослав. Я сейчас на острове. Вершинная башня. Локация. Квест под названием «Старые друзья». Да, мы сейчас проходим побочные квесты Нелота. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Это больно. Больно-больно. Сколько она мне дамажит? Больненько. То есть два-три раза и... Сейчас попробую схватить, знаете... Промежуток. О, альбиносики. Давайте как раз. А вот этот вот дружочек мне не нравится вообще. Ты мне вообще не нравишься. И где я застрял? Что за дела? Воу! Игра свернулась. Игра свернулась. Какого черта? А, я тут бегу. Погоди, куда? Куда я вообще бегу? Я бегу не туда. Что происходит? Ай-яй-яй, еще немножечко я подгорел. И все мои помощники, что происходит? Дружок, ты что тут стоишь? Я не пойму. Что-то он не хочет нам идти помогать. Совсем не хочет. Этих паучков я боюсь. Воу-воу-воу! О, черт! Вадик, спасибо тебе! Каким Дейдра ты бы хотел быть? Спасибо тебе за донат. Кем бы я хотел быть? Это, конечно, очень-очень-очень... Шалси, ты чего бомбишь? Успокойся. Нужно подумать. Ты знаешь, я как-то так не задумывался, вот кем бы я хотел быть. Вот прям польза. Реально, кем бы я хотел бы быть? Мне нужно немножечко времени. Ты знаешь, я сразу так ответить не могу. Сразу, к сожалению, не могу, прости, ответить. Надо сейчас подумать. Я понял, пока я тут собрался. А нет, он еще не умер. Это Хасидохи. Видимо, будет сложнее, чем я думал. Намного сложнее, чем я думал. Это что вообще происходит? Отлично. И вот этот вот горелый. Горелый, порождение пепла. Ну а что не горелый, да? Подходит же. Давай, давай, давай! Улетел. Личиком по ступенькам. Я какой-то стал очень медленным. Хорош. Это если бы не блок, наверное, то... Вау! Антон, спасибо тебе за 200 рублей.
Милосердная матушка, пошли мне свое дитя, ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови и страхе. Ау. Темное таинство, значит? А на кого? Спасибо тебе большое за 200 рублей. Ну, я так понял, что я сегодня тут подзастряну. Хотя бы дойти до босса. Стримы у меня, друзья, не сильно большие. У меня максимум до 2 часов. Последнее время, честно говоря, мне как-то заинтересовал Клавикус. Ребят, так что надо, конечно, за них узнать побольше и помасштабней. Вторая стадия. Да. Вот черт. Надо успеть до третьей, ребят, добраться. Иначе будет плохо всем. Вам из-за того, что будет мутно. Мне из-за того, что будет мутно, еще хреново. А, я ненавижу. Когда третья стадия срабатывает и... Хотя погодите, у меня есть лагерь, если что, мы выбежим и сделаем лагерь. Ситис плохой. Ну, конечно, Вальтер Вайт, он нехороший, да-да-да. Mortal Kombat лучше, Marvel and DC. Ну, ты знаешь, это уже у каждого свои предпочтения. Mortal Kombat это немножечко другое. Кстати, видел вот геймплей 11-го Мортала. Прикольно, прикольно. Но, честно говоря, тоже есть какие-то нюансы. Что-то улучшили. Ну, походу, даже не улучшили. Они как-то изменили что-то все масштабно. Это ж, погодите, это ж, по-моему, тут еще 2 этих горелых. Или это не горелые? Да, это горелые! Да вы прикалываетесь! Что это такое? Черт! Подобрали самых вкусненьких. Ладно бы, если бы это были те, которые взрываются. Они, ладно, прыгнул, взорвался и все. А вот эти вот... Это что, он на такой дистанции наносит мне урон? Это все, что умеешь? Ребята, мы многого не знаем о них. У меня даже когти стали острее. Пойдем. Боже мой, наш ледяной малыш просто красавчик. Он просто всех в хлам. Так, там, по-моему, я вот эту думаю, куда мне вообще идти? Не, с альбиносом, по-моему, мы должны справиться без проблем. Только где он делся? Я просто брюшко собираю. Странно. Очень странно. Ладненько, пойдемте. Перчаточки чьи-то. И много-много-много заваленных ребят. Обратили внимание? А вот куда он улетел. То есть эта локация еще одна классненькая локация, где можно, кстати, лутать. О, это Морозный! Это черт Морозный! Это черт Морозный! Да ну что такое? То есть у Морозных... Точно такая же фишка, как у огненных. Они тоже с плашем тебе дамажат. Ты этого не видишь, но черт, я почувствовал. Это ж прикиньте, где я сохранился перед этими двумя. Ладно. Спокойствие, Ваня, спокойствие. Слава Ноктюрнал. Агент Колсон, привет. Привет тебе. Чуть картошечки, но всю есть не будем. Стейк остался. У нас, по-моему, еды не так-то много осталось. Так что не будем сильно... Не-не-не, тут сразу давайте вызываем ледяного парня. Поехали. Они сразу на меня поехали. Нормально! Все нормально. Фокус, 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 фокус. Давайте, я не буду к ним подбегать, ну их нафиг. Сейчас вот этим вот разберусь. О, погодите, этот живой! Что это происходит?
Я так умирак и не умирал! Простите за Бомбилова. Я так понял, что сохраняться мне тут нужно чаще, 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 чаще! Намного чаще. Так, давай, наверное, я поставлю на быструю кнопочку. Тут ты более актуален. Это посох ледяного. Давайте на двоечку поставлю. Подбегай. Вылазь, дорогой. И погнал за мной. Огромная дистанция у них. Огромнейшая дистанция, вот, что они этим сплэшем дамажат. Пока, дружочек, пока. А там второй. По-моему, у меня только что был шпагат. Ваня, ты сможешь, спасибо, скорее 5, но это жесть, ребят. Я не думал, что тут так сложно. Я не ожидал такого поворота событий, и чтобы я страдал от этих вот милах. Тут их, по-моему, больше, чем... Ага, я понял, я ж тогда выставил, а тут забыл. Так, давайте я буду чаще сохраняться. Сам говорю, чаще сохраняться. Нифига не сохраняюсь чаще. Понял, тут паучок отлетел. Быстренько поставим сейчас посох на двоечку. Нет, 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 не на единичку. На двоечку, на единичке у меня длинный молот. Вот, а вот теперь давайте сохранимся. Давайте, разбирайтесь с ними, я буду чисто... Чисто помогать немножечко психологически. С гидрой справляешься? Это с какой гидрой? Погоди, это сколько у меня здоровье то осталось практически? О, прорвемся. Спасибо за поддержку. Пойдемте, ребят, давайте будем почаще сохраняться. Мне просто нужно играть более аккуратненько. Отлично. Мы сейчас чуть-чуть подобываем. Погодите, а я что? Я что, ее куда-то... Она же у меня была. Что-то она не срабатывает. Ладно, мы так поделаем. Ваня, по-моему, пора сменить молот, Миш. Не-не-не, я думаю, еще не пора. Может быть, пора его улучшить на кузнечке. Вот это вот да. Вот. Этот ледяной маленький монстр. Черт. Давай. Все, он начал уже отлетать. А там кто? А тут альбинос, по-моему, да, был? Да, тут альбиносик прячется. От меня не спрячешься, дружочек. Ой, не-не-не-не-не-не-не. А вот эти вот два... Не, нормально, он все-таки уроном этот. И тот ледяной, и я думаю, долго они будут друг друга бить. Очень много ребят, которые тут погибли. Оставили свои перчаточки. Немножечко монеточек. Это, по-моему, ледяные, да, коконы? Да, это ледяные коконы, но пока они там сидят, я сейчас чуть-чуточку подобываю минералов. Евгений Якивчик, привет! За Мирака, капитан Мирак. А где бот? Та был сегодня перед стримом. Может, в туалет отошел? Почему так долго не смотришь в чат, народ ТВ? Да потому что если я долго смотрю в чат, я часто умираю. Сам попробуй, поймешь. Ой, немножечко страшненько туда идти, ребят. Самую малость страшненько. Я понял.
Что случилось? Не пойму. Я не хочу туда. Вот что это такое? Что это, черт, странное? Да, какие-то странности я тут замечаю, ребят. То я использую способности и сам от них умираю. Я такой, что? То посохи, например, или магия цепная, которая и меня дамажит. Я же свой! Мне кажется, я тогда дреморочку зацепил, за счет чего сработало какое-то странное... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что там, черт, такое? По-моему, еще один камень душ, да? По-моему, еще один камень душ. И, наверное, тогда он меня и дамажил по чуть-чуть, но все-таки дамажил, черт. Мне тоже вылетает. Там у всех бывает вылетает. Просто я нагрузочку даю. Серьезную. Да! Вот черт, а как же туда пробраться? Это не тот, который немножечко отдыхает. Этот дамажит бесконечно. Урон, конечно... Господи, я как будто в какой-то тюрьме. Странно, черт! Санчо 58 ру, привет! Дела супер. Дела супер, но я не знаю, я сегодня вообще дойду до босса. Потому что мы тут час в самом начале застряли, и это жесть. Нет, полночь. Чего? Камень душ. Чиза, да. А что происходит? А почему это у меня здоровье по чуть-чуть уменьшается? Ладно, ребят, давайте попробуем. Обдурили. Что-то пошло не так. Сингуари, спасибо в очередной раз. Кстати, последний видос вообще бомба. Улыбка с лица не слезала весь видос. Ты единственный из блогеров по ТЕС, от кого можно смотреть и заряжаться позитивом. Так держать. Спасибо Дана большое. Комплиментов. Очень приятно. Хотелось. И я хочу, ты знаешь, я хочу больше, больше, больше. Ты не представляешь, сколько всего я забыл вообще там показать. Там еще... Оу! Оу! Тут ребята... Браво, ребята, меня уже взрывают. Господи! Гермион, спасибо! Ты назвал персонажа в честь героя из Доты, Свен. Кстати, привет. Привет. Приветик. Ну почему сразу... Почему сразу из Доты? Есть другие Свены. Приветик. А, погоди, сейчас, спасибо тебе огромное за донат. Я хотел, ребята, сделать ролик. У меня выходил на 20 минут. Вы представляете, сколько там всего? Так что, если данный ролик многие поддержат, по-моему, уже очень круто он продвигается, то через время я сделаю еще одну. Вы не поверите, что я там обнаружил. Я начал изучать данный остров. Это нифига себе, как классно они все переняли. И вы многого еще не знаете, ребят, то, что я знал. И я серьезно задумался все-таки запускать третьи свитки в стримах, но это чуть попозже. Нифига себе, они подзастряли там. Взрывы, удары. А мы тут отдыхаем. Ладно, пока мы тут отдыхаем, давайте хотя бы чуть-чуть качаться. Хотя бы что-то качать. И сохраняться. Ой-ой-ой. Только я отвлекся чуть-чуть на чатик и сразу понеслась. Хотя ты вышел, давай, наверное, мы с тобой. Воу, сразу у меня прокачалось. Все, что можно было прокачаться, и сразу помутнение. Это значит, что это значит? Да, это значит, я офигеваю от этого урона.
познакомься с папочкой. Хорош! Боже мой, что они вообще там охраняли? Зачем я вообще зашел в эту маленькую комнатку? Давайте все внимательно осмотрим. Может быть, тут есть что-то очень ценненькое. Ну, по-моему, тут все уже ценненько поотлетало. Запасил на 40. Неплохо. Очень неплохо. Видимо, конструкция скоро упадет. Ее пытаются усилить. Ставят вот такие вот баррикады. Ух ты! Смотрите-ка, гнездо. Ага, вот как сюда птичка залетает. Ладно, пойдемте дальше. Саня Гультяв, привет. Нет, полностью просто заряжает. Ура, Муравин, Довакин. И, как говорится, начать проходить полноценное прохождение, ну, конечно, не так часто, как Skyrim и другие игры, но я вижу ловушку, от которой, скорее всего, я просяду, очень жестко просяду, ребят. Так что давайте осторожненько. Грабли, дровишки, которые хочется залутать. Все из-за Fallout 76. Ой-ой-ой, тут у нас еще одна. Так, погодите-ка. Ловушка. А что произойдет, если я ее... Я пока... Да, тут они, я смотрю, развлекаются. И дыба, и гроб. Вот что произойдет, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, вы поняли? В Талмарском посольстве был раскаленный утюг, а тут просто раскаленный... Пруток. Вот это да. Дыба, свеженькая кровь. Интересно, кого она тут вообще пытала? Ну, судя по всему, вот этих... Вот, ребят! Вот черт, я вообще забыл за ловушку, но, слава богу, что-то сработало в мою сторону, и все хорошо. Тут все-таки... Ой-ой-ой. Лучше камушкам близко не подходить. Мини-гейм, дела вообще супер. Ты изучал апокриф? Пока нет. Пока нет, но чуть попозже. Пока у меня очень-очень-очень много сейчас плановых дел, потому что я не знаю. Я все записываю, но не успеваю. У меня же там такая очередь. Ребята, я боюсь, знаете чего? Я боюсь того, что когда выйдут шестые свитки, я все равно буду писать Skyrim. Потому что слишком много информации. Слишком много. Фух. Так. Эта ловушка. Не сработает ли она сейчас? Куда мне идти? Ой, пойдемте туда. Там какой-то пленник. Ингредиентики. 5 далеких звезд. И, по-моему, как раз-то вот эта вот девочка, босс... Она, по-моему, еще присутствовала в The Elder Scrolls 3, друзья, прикиньте. Ну, по этому поводу можно будет отдельную тему сделать. Ты кто? Помогите! Умоляю, помогите! Без проблем, давай поможем. Отопри дверь, быстрее! Адептик, кстати, у нас 12 отмычечек. Вот, новый уровень! Кстати, у них тут, наверное, же есть постелька, мы сейчас поспим. Спасибо тебе за мое спасение. Эта ведьма собиралась меня убить, я точно знаю. Ну как я не мог спасти свою землячку, а? Маэстро Про, привет! Раньше меня вело дорогу приключения, а потом мне прострелили колено. Это у многих так, у многих. Мое колено пока целенькое. Улдари? Что ты можешь рассказать мне о ней? Мы работали в шахтах. Когда она нашла нас. Она была сильно ранена. Мы пожалели ее и выходили. Она отплатила нам за добро, напав на нас посреди ночи. Тех из нас, кто не погиб,
она сделала своими пленниками. Раквир, что здесь происходит? Я прохожу сейчас очень интересный квест. Что она делала с пленниками? Ужасные вещи. Эксперименты и нечто худшее. Я последняя. Все остальные уже мертвы. Если найдешь ее, смотри, не дай ей умереть быстро. Полина, привет. Куда теперь пойдешь? Ну, прежде всего я хочу как можно быстрее покинуть это место. А потом первым же кораблем уеду на материк. Удачи тебе. Ну, давай, пока. Да, можно поспать. Какая прелесть, господи. Давайте недолго, давайте часов 10. Все равно мы полностью, по-моему, не выспимся на... Но поднимем уровень. Я сейчас больше всего все-таки вкачаю в магию. Для того, чтобы у меня магии было достаточно много. И мы наконец-то смогли использовать пепельного стража. Изменение 59. Тяжелая броня 40. 30-очка. Силовой удар. Это, кстати, тоже, кстати, очень неплохо для меня. Я смогу, например, бить больнее молотом. Щит, конечно, до щита мне еще далеко, но... Ладненько, тут 41 уровень и легкая броня. Скрытность. Взломчик карманный, красноречие, алхимия. Алхимию, по-моему, тогда прокачали. Иллюзия, колдовство. Колдовство можно попробовать двойное, но особого преимущества некромантия. Некромантия, я, ребята, прокачаю все-таки. Мы будем идти дальше по всем этим плюшечкам. Двойное восстановление, а почему бы и нет? Будет лучше бонус, и пока хватит. Давайте сохранимся. А ну, ради интереса. Ух ты! Нет, оказывается, если даже мы спим в здании, то полностью бонус. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Усталости вообще нет. Есть только голод. Стейк. Что мне тут еще осталось? Ой, вкусняшка. По-моему, все классно. Алмаз, нет, привет. Здорово, Блэк Джек. По поводу скампа, не-не-не, чуть попозже. Я расскажу за скамп более масштабно. Нет, полночь. Будь поспокоен, я тебя прошу. Я, ну, пробовал, наверное, во все. И в арену пробовал, и в дагер даже. Мы выбрались. Это еще, да, тут, кстати, крутой лорчик. Можно его почитать и... Так, все, уходим отсюда. Ух ты, везде какие-то, знаете, мелкие няшечки. Там одежда, там броня. Тут он топорик. Ладно, все самое интересное сейчас будет. Ой-ой-ой-ой. Осторожненько. Давайте чаще сохраняемся. Мясо, вкусняшечка. Ой-ой, а я туда не проберусь. Забрали Эль. Не, это мне не нужно. Как-то больно тихо, да? И никого нет. Подозрительно как-то. Блин, зачем я забрал эту лопату тяжеленную, кольцо с изумрудом? Дорогое, хорошее. Колун, он мне не пригодится сейчас. Черт. Не выходим, я там, по-моему, застряю. Сохраняй чаще, хорошо. Не читал полностью. Заберем драгоценные камушки. Рома, пока.
Посмотри мой гайд, самый лучший маг. Это, конечно, не лучший способ, но... Ой-ой-ой, ребят, по-моему, мы уже очень-очень-очень-очень близко. Вон та башня, я вспомнил, где мы можем ее найти. Достаточно. Нелад глупец, если он решил, что жалкое ничтожество вроде тебя может меня прикончить. Ой-ой-ой-ой-ой, кого она вызвала? И, ребятки, приветик, давайте идите сюда. Ну что ж, начинаются танцы, ребят. Поехали. Сейчас разберемся с охраной, а потом уже с ней. Черт! Так, только туда их всех не отправляю, пожалуйста. Погнали, погнали, друзья! Самое главное, чтобы она нам в спину сейчас не начала ничего запускать. Воу! Блин, это плохая идея, честно это скажу. Я не хочу подходить близко к тому пепельному стражу. Я знаю, что он очень сильный. Ты куда, дружок? Куда он забрался? Хорош! Ну, пойдем. Сейв. Молот. Это стан. Я понял. Понял. Я тебя понял, дорогой друг. Вот так вот сделаем. Двойное. Вот двойное, наверное, практически. Хоть мы... Надо же качать тоже себе дополнительно. Вот сколько он бьет, он практически 1/3 здоровья у меня забирает. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел работать пепельный страж. Я еще не смогу призвать своего, потому что я бонус в прошлой серии, по-моему, использовал. Ой-ой-ой-ой, так я понял, там еще два... Там еще порождение пепла, нифига себе. Так, что у меня есть такого вкусненького, а? Из талантов, кусти земли. Заклинатель игнорирует 80% физического урона. Но тут не совсем физический. Слава Малакбалу. Аян, салам. А вы Цезарю? Влад, что ты не помнишь такого? Это очень крутой квест «Старые друзья». Называется дополнительный квест Нелота. Ой, черт, все, распался. Давайте попробуем его призвать прям туда. Но я так и не понял, куда он призвался. Ага, он прям туда и призвался вообще-то. Нифига себе наш котик терпит. Так, дружок, сейчас, мой дорогой. У меня даже когти стали острее. Погнали. Может, ну его нафиг. Давайте, наверное, использовать крик. Воплощение дракона. О да! Вот теперь как-то я себя чувствую намного лучше. Поехали. Ох, как-то быстро у меня половину здоровья осталось. Очень быстро. Не забываем восстанавливать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это сердечко, которое... Так, слава богу, я чуть-чуть взял себе зелье. Запас сил, чтобы побыстрее убежать отсюда. Береги! Что ты делаешь? Прости. Да нифига себе ты толстый! Сука! Поехали! Офигеть!
Сколько их тут? Так, по-моему, он начал убегать. Если он начал убегать, это значит, что у него осталось мало здоровья. Есть. Потом сохранились. Поехали дальше. Поехали дальше. Очень толстый. Очень толстый пепельный страж. Он тогда, по-моему, нормально нам помог. Есть. Рождение пепла. Сколько вас тут? Есть, есть, есть. Так, ну давайте теперь возьмемся. О-о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 -
Развалили! Развалили, друзья! Так, ну что ж. Я попробую, ребят. Вы простите, но я попробую. Сейчас на чатик я смотреть не смогу. Жажда крови. Используем талант. Превращение в зверя. Пока бонусы работают. Пока, черт, бонусы у меня работают, нужно! Ну, с богом. Золотой вервольф. Где она? По-моему, где-то наверху она прячется. Самое главное успеть стан. Самое главное, нужно успеть стан дать. Черт. Куда она убежала? Враги! Да ладно! Это еще не ее локация? Тут кто-нибудь есть? Вот только... Воображение играет со мной шутки. Оружие новое возьми, Раквир. Алмаз, спасибо. Она убежала фиг зна куда. Так что, ребята, еще нужно сейчас со всеми. Рано, походу, я использовал. Давай! Хорош. Пойдем дальше. Не задержимся. Пока работает бонус. Черт, нет, наверх. Лутать будем потом. Потом обязательно тут все залутаем. Тут очень много всего вкусненького. Вы просто посмотрите, только одна комнатка. Ее чего стоит. Тут еще сейчас будет порождение пепла. Вылазить. Давайте с ними разберемся. Нифига себе, троечка. Четверочка! Ай-яй-яй, сразу половину жизней. Это немножечко не то. И это чуть не то. Вот теперь погнали. Отлично. Давай! Господи! Сколько тебе бить надо? Жесть! Того ледяного они уже развалили. Едем дальше. Давайте свет возьму. Черт, крик еще не могу использовать. Вас слишком много, ребятки. Простите, я отойду. Сохранюсь. Офигеть! Сука! А вот теперь погнали! Давай! Офигеть, они непробиваемые. Что происходит? Что-то плохое происходит.
Я вообще отхилился, а тут такая анимация, да, нормально все. Там просто сдалека кто-то нас расстреливает, гад! Ой-ой-ой. Как классно, когда у нас этот крик. Мы хотя бы знаем, когда у нас половина здоровья становится. Поехали. Давай-давай-давай! Офигеть, сколько их тут? 6, 5, я не знаю, до хрена! Все, ребята. Вот теперь все. Офигеть. Бонуса воплощения дракона не будет. Хотя, можно обхитрить систему. Можно поспать. Там же, по-моему, были комнатки, можно сутки поспать. Да, пускай штраф наложат на еду. Да! Как я долго ждал фаталити, ребят! Ух ты, кстати, одежда скалов каким-то образом резко появилась. Обратили внимание? Все, по-моему, следующая комнатка это как раз... Наша девочка. Босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, кроватка. Не, ну в принципе можно побежать сейчас в тюрьму. Сколько тут вкусностей. Боже мой, сколько соли мы понабирали. Печать смерти, конечно же. Пройдем этот интереснейший квест. Очень много ценных ингредиентов. Камни душ. Все книги позабираем. Сергуарис, спасибо тебе. Чинтик, завозим лайки за экшончик. Иван может быть против нее лучше медведя, нежели вервольфа. Медведь, помню, соляного дракона завалил. Все равно уже конец стримчанского будет после нее, скорее всего. Да, на самом деле времени совсем обрез. Я думал быстрее к ней зайду, но у меня медведя нет, по-моему. Я же его не взял заново. У меня солнечная вспышка, северный ветер, превращение в зверя, милость Мары и кости земли остались. Ну, будем использовать кости... Погоди, давайте кости земли и возьмем вервольфа. Ну, это физический урон, погодите. Милость Мары. Она ж магия дамажит. Магией! Черт! Это я, блин! Сани Бим, спасибо тебе за 50 рублей. Что делать, купил Skyrim Special Edition, но у меня не видит видеокарту NVIDIA из-за этого. Когда захожу в игру и нажимаю новая игра, вылетает, помоги, плиз. Попробуй переустановить. Переустановить сначала игру, ну то есть снести игру заново. Переустановить драйвер на видеокарту, самый последний, с официального источника. Если у тебя NVIDIA, то ты с NVIDIA, если с AMD, то с AMD. Перезагрузи компьютер, опять установи Steam версию и... Пробуй, потому что что-то не так. Видимо, что-то с драйвером. Может, он ты устарел, ты его не обновлял давно. Обнови. Спасибо тебе за донат. Ну, это то, чтобы я делал. Кстати, ух ты, как прикольно тут придумали вот эти вот сундучки, которые открыты, и внутри всякие няшечки, которыми я все равно не буду пользоваться. Но все равно приятно. Ну что, ребят, ну что, мои дорогие, вот мы и на месте. Так, погодите, я хотел обдурить систему. Чтобы обдурить систему, нам нужно прыгнуть вот сюда. Кстати, я тут не позабирал. Я совершенно забыл забрать вот эти вот плюшечки. Где тюрьма? Где была тюрьма вообще? Черт. Вот. Поспим, почему бы и нет, поспим сутки. Бонус наш восстановиться, нужно его использовать обязательно. И, ой-ой-ой, тут у нас как раз-то и штрафик, но зато мы сутки поспали, очень голодный. Пища, по-моему, у нас была, можно пожертвовать. Ой, хорошо-то как. Вот теперь погнали, ребят.
Есть все плюшечки. Можно взять воплощение дракона, также использовать все-таки дополнительные бонусы. Так, стоп. Это я отсюда, по-моему, пришел. Все плюшечки будем использовать. Она очень мощный маг. Очень мощный. И максимальная защита от магии мне нужна. Наверное, посмотрим, что там у меня. И зелье может есть какое-то... Погодите, а что там наверху такое вот полезненькое, вкусненькое я пропустил? Да, тут я пропустил минералы. Давайте их заберем. Рома, привет! Рома, привет! Когда прыщик, джуз, сохраняйся. Окей, сохраняюсь. Крики. Воплощение дракона. Прыщик еще не скоро, потому что впереди у нас еще... Еще у меня Fallout 76 впереди. Еще также я хочу второй стримчик провести все-таки по арене. Или может быть Daggerfall. Попробуем с Daggerfall. Ну, с Daggerfall я помню, когда-то выходил все-таки из подземелья, а с арены нет. Так, секундочку, ребят. Крик использовали таланты. Кости земли. Баку, спасибо тебе за 100 рублей. Привет, Мурчат. Как жизнь? Как сынок? Очень зашло твое последнее видео про Солстейн. Жду видео про Хаммерфилл и интересы Скайрима. Удачного стрима. Сериуслад. Спасибо большое. И вот по поводу последнего видео. Сингуларис, спасибо тебе за 50 рублей. Ну все, удачи в битве. Я, если смогу, досмотрю и спать. Да, на самом деле тут осталось мне совсем чуть-чуть. Максимум еще здесь 15 минут. Надеюсь, я смогу ее одолеть. Ну, по поводу видео. Очень много у меня еще материала осталось по поводу острова. И вот этих всех... в новом видео, друзья. Я вижу, как вы хорошо поддержали последнее мое видео. Если кто еще не видел, зайдите, поддержите, поставьте лайк, напишите комментарий или просто оцените. И сверх, конечно, благодарность, если вы еще порекомендуете друзьям. Но хочется эту тему развивать. И там очень много всего, которое повторялось. И многим ребятам интересно, потому что они не играли в третьи свитки. Они играли только в Skyrim, может быть, в Oblivion. И... знаете, как говорится, вернуться немножечко к корням. Это... Все, ладненько. Кости земли. Давайте использовать. Дальше. Милость Мары. Полностью восстановить здоровье. Нужно не забывать про нее. Превращение в зверя. Северный ветер. Можно попробовать превращение в зверя юзнуть. И... Но мне такое ощущение, что она меня просто уничтожит. Я даже не добегу до нее. Она очень мощный маг. А все вы знаете, что на этой сложности... У меня особой защиты сейчас... Блин, я забыл использовать какие-то зелья. Так, спрятались сюда. Как мне теперь наверх попасть? По-моему, вот ок. Наш золотой вервольф. Поехали. Ой, хорош! Она меня так прорядила, что у меня осталось очень мало. Теперь самое главное... Отхилилась! Как? Как так-то? Почему она в стан не входит? Что происходит? Давай! Я нифига не пойму. Ребята! По-моему, все! Да! Да! Ух! Боже мой. Да, дело в том, что у нее есть конечный диалог. И она не умрет, пока мы не превратимся в человека и не поговорим с ней. Просто она будет вот так вот ждать. Ну вы видели, как она мне прорядила, что у меня сразу меньше половины здоровья, потому что появился мой драконорожденный, и меня беспокоилось, почему она так долго в стан не входит. Ну что, ждем. Боже мой, вервольф для легенды это невероятно, ребят. И мне еще спасло, что у меня просто-напросто был
Крик, который добавил вот это воплощение дракона, он добавляет еще жизни, понимаете, вы становитесь толще, за счет чего я и выжил, когда она прорядила по мне, неизвестно, по-моему, здоровье у меня осталось чуть-чуть, потому что какое-то помутнение чувствую, вообще чуть-чуть здоровья, это только благодаря золотому Вервольфу, ребят, только благодаря ему. Мне нужно вырвать сердце, да, Влад, но пока я Вервольф, я не могу, мне нужно подождать, чуть подождать, сейчас эффект пройдет. Раз чатик почитаю. Тут не срабатывает, нужно стать человеком. Вот сейчас, видите, эффект проходит. Наталья, полностью с тобой согласен, просто слишком преувеличили. Максим. Боже мой, как поглощается ее жизнь, вы обратите внимание. Как эпично это все смотрится. Ну что, девочка? Вот только сейчас. Только сейчас. Баффи, спасибо! Самая быстрая, самая сложная битва, Гик. Я сюда добирался 1.5 часа, и как же мне просто... Ну, Вервольф меня не раз уже спасают, ребята, которые часто мне на стримах подтверждают. Вервольф это нечто. Это как раз-то тот тонкий баланс, когда ты играешь на легендарной сложности, или тебя убьют, или ты убьешь. И это классно, черт! Да, одеяние Тильвании, между прочим, единственное в игре. Вы можете у нее забрать, и она уникально смотрится, если на... Девушка одеваешь, то видно этот камень сердечника. Если не одеваешь, то его не будет. Это как у Нилота. Так что, конечно же, мы этот трофей забираем. И давайте немножечко тут залутаем. Самое ценное — это еда, которая тут осталась. Ну, еще посмотрим. Блин. Это было эпично. И ты вот эти вот бонусы все собираешь, за счет них выживаешь. Не просто так, конечно. Ух ты, смотрите-ка, сколько тут давакиновских вещичей. Ну, просто железных. Дровишек так неплохо она запаслась. Да, ей же тоже, по-моему, много-много лет. И сердечный камень поддерживал ее жизнь. Соль, ингредиенты. Вы посмотрите, какую коллекцию она собрала. Как миленько. 4 головы в маленькой клетке. Ценительница. Да, еще та жестокая. Плохая девочка. Ну, как говорится, наказываем всех плохих девочек. Анна, Сустейм. Владислав, у нас -2, -3 градуса вообще. Тепло-тепло. Забираем все вот эти вот вкусняшечки. Опять этот пруд. Она, видимо, любит пытать раскаленным прутком. И, кстати, я только здесь увидел. Вот это вот все. Никто. Спасибо тебе за 100 рублей. Очень приятно. Ну, на пряники не жалко. Черт, у меня же микрофон упал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Ванечка, я смотрю, ты уже наминаешь, да, скоро будем кушать. Фазанов, возьмем мясо, чесночок. И тут, по-моему, у нас выход есть, но где же твой рычаг? Рычага я как-то пока не вижу. А, он, по-моему, там, я понял. Вот он. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, честно говоря, что думал, блин, я долго тут зависну, надолго, минут на 15, как минимум, на 20, а то вообще подумывал, что такой, блин, вообще не пройду с этим зелье на 15% сильнее, это заберу. Сопротивление огню, некромантии, все вещички дорогие, но как видите, как выходит. Паки, спасибо тебе в очередной раз за 55 рублей. Давайте залутаем самое ценное. Лутает морковь. Самое ценное. Ты не представляешь, как
каково мне было. Это как заново перепроходить, когда ты играешь вот это в режиме выживания, и ты собираешь еду, потому что готовка... Ну, не обязательно готовить, ты можешь, конечно, в тавернах покупать, но для воина еда — это очень важно здесь. Для мага нет, потому что если воин проголодался, то он все медленнее бьет своим молотом или оружием. Это очень жестко давит, и нужно всегда быть сытым. Всегда. Ух ты, посмотрите, что она там прячет. Подъедает ночью, значит. Сырок, мясо и, по-моему, готовое мясо. Вань. Нет, туда я не доберусь. Но зато можно полноценно тут теперь спать. Но мне не нужно тут спать. Выбегаем. Прошли, друзья! Прошли! Офигеть. Так, ну что ж. Отдыхающие. Заберем вот эти все вещички. Конечно, я бы еще вернулся. Погодите. Тут еще пропускал. Хотя нет, я там еще более-менее залутал. Ну что ж. Ну что, ребят, погнали. О, вы посмотрите, как миленько. Какую миленькую коллекцию она выстраивала у себя. Лакербой, сколько я играю? Да, ну с самого релиза я играю. Я просто получаю удовольствие. Ну... Это не значит, что я, знаешь, играю, вот как вышел, я играю. Нет, были, конечно. Ух ты. Какая дверца открылась. А, я понял, где мы вышли. Понял. Мы в самом... Офигенно. Так, ну что ж, я думаю, из-за того, что я быстро ее победил, мы еще успеем добежать к Нелоту и все ему рассказать. У нас будет какое-то повышение. И, по-моему, только сейчас мы, наконец-то, сможем полноценно жить в Тельметрине. По-моему. Вкусно? Папа! Так, главное, чтобы сейчас никто... нам на пути не попадался, потому что я только к этой локации бежал, по-моему, полчаса. Ну, не полчаса, минут 20. Это разные порождения пепла. А, этот безумец. Я не могу их вытащить. В глубине. Они у меня... Я знаю тайны. Всякие тайны. Тайны, которые знать нельзя. Во имя Исмира ты не уйдешь живьем! Отстань. Я с тобой уже общался. Пускай они дерутся, сейчас не хочу этого безумца убивать. Черт. Вот предстал. Я-то думал, он отстанет, а он все-таки напал на меня. Курень мирно. Не-не-не-не-не. Я сдаюсь! Я просто помню эту локацию, тут порождения появились. Да вы издеваетесь! Не-не-не, ребят. Я только залутаю ваше сокровище и свалю. Не-не-не. Не-не, пока. Пока, дружочек. Просто пока. Не хочу. Ай-яй-яй. Ага, не хочешь? Сейчас как они меня убьют и будет весело. Я, по-моему, сохранялся. Не стоило сюда приходить. Не, ребят, не обращаю на них внимания. Я уже буду заканчивать. Хватит. Я знаю, что сейчас я застряну намного дольше, чем у меня была драка с боссом. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать лично в руки. Посмотрим. Опять письмо от Ралиса. Он начинает меня немного пугать. Но вроде все. Ладно, мне пора. Да, ребят, да. Вот следующий бонус нам нужно будет получить с кургана Кольбьерн. И мы его получим. Обязательно. Это колечко невероятной мощности.
А, все же тут. Отлично. Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? По-моему, сейчас мы сможем... Несмотря на все твое сопротивление, зачарование у тебя стало получаться лучше. Некро? Да, слышал, не конечно. Думай, будет. Что-то Талмус. По этой теме будет. Все равно придется отдать мне образец кожи. Владислав, старый друзья, выполнил квест только что. Что ты можешь рассказать про Илдария Саратрил? Это про ученицу мастера Нелота? Ту, что была до меня? Я с ней никогда не встречался. Мастер Нелот меня взял к себе, потому что она умерла. Я слышал, страшное дело было. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Вызов ледяного тронаха, огненного, вызов пепельного стража мы как раз так купили, вызов питомца, вызов порождения пепла, грозовая руна, захват душ, изгнание доэдра, искры, ледяной шип, молния, морозное обморожение. Спасибо. Призванный кинжал. Призванный колчан. Создает волшебный колчан на 120 секунд. Призванный лук. Меч. Призрак. Удушающая хватка. Удушение. Элементная вспышка. Ядовитая руна. Блин, ну что такое 3 единицы? Вау, Бакти, спасибо тебе еще за 130 рублей, ничего себе. У тебя очень милый сынок. Ну вот заканчивается стрим, а пойду и я. Удачи и жду нового стрима, П. Спасибо большое. Спасибо за твои донаты. Очень приятно. Ядовитая руна. 3 единицы урона ядом в секунду на протяжении 30 секунд. Ага. В секунду это получается... Так как-то вообще не очень много. Не знаю, будет ли она нормально работать на такой высокой сложности, но нет. Ладно. Как я могу вообще работать, когда часть моей башни взяла и завяла? Ходишь и дышишь. Надеюсь, это предвещает недоброе для Илдари. Илдари мертва. Так. Из тебя вышел куда более ценный союзник, чем я предполагал. У меня есть для тебя посох. Но еще я хотел бы сделать тебя членом моей семьи. Членом дома Телвани. Не надо меня благодарить. Я понимаю, благодарность переполняет тебя. Да. Да, друзья, вот теперь мы полноценно можем тут жить и спать. Что значит быть членом вашего дома? Сейчас немногое, но через несколько десятилетий, когда я вернусь на Варденфелл, в Моровинде тебя будут причислять к аристократии. А пока что мы здесь будем держать для тебя кровать и сундук. Такое ощущение, что я с ним когда-то поплыву в Моровинд. А представьте, шестые свитки будут там. Вот все удивятся. Все может быть, друзья. Так, что у тебя продажи? Помочь с исследованиями. У меня заканчиваются сердечные камни. Если у тебя они есть, я бы купил штучку. А если нет, могу рассказать, где их искать. По-моему, как раз та штучка у меня есть. Держи. Великолепно. Я его возьму. Вот, возьми несколько септимов. Поставим на этом точку. Насчет того, какие вещи можно брать, какие нет. И да, друзья, нужно получить посох. Посох Шеагарата. Вот он этот безумный посох. Но
для его создания нам нужен глаз Сирты и ветви древа теней. Ну, плюс два сердечника, но я думаю, в следующем стриме мы получим данный невероятный посох. Честно говоря, думал сегодня. Ага. Конечно, сегодня. И дайте-ка я проверю. И теперь мы можем тут спать и отдыхать. До сих пор не могу? Что, черт, происходит? Может, через какое-то время? Но я точно помню, что можно было потом. Ладно, ребят. В очередной раз заканчиваю тут стрим. Давайте сделаю сейв. Всем огромнейшее спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за ваши лайки, донаты. Если кто-то еще не видел, зайдите, зацените последнее мое видео, друзья. Если вам понравится, у меня еще материала очень много, чтобы создать вторую серию на эту очень похожую. И поверьте, там еще очень много схожего. То, что сейчас и было, и как круто разработчики перенесли также. Я там обратил внимание по поводу еще других вещей. Ну, блин, это надо знать, ребят. Это надо знать даже те ребята, которые прошли, наверное, в свое время вдоль и поперек остров и прошли Dragonborn. Им будет интересно это узнать. Ладненько, ребят, на этом все. Все, друзья, всем огромное спасибо. Пока. Пока, Александр Гордеев, Миша, пока, Рустам, Баспан, пока, Виталик, пока, Артем Плей, Соната 222, Флэш Гейм, Вальтер Вайт, пока, Давакин, Флэш Гейм, все, ребят, все, всем пока.